С вами я, Алена Никольская. Это астрологический прогноз на неделю с 21 по 27 февраля 2022 года. Февраль у нас богат на праздники. Начало февраля у нас с вами был китайский Новый год. Потом у нас был День всех влюбленных. А сейчас это неделя, когда все наши прекрасные мужчины отмечают свой праздник 23 февраля. И он приходится на среду. И тут на этот праздник у нас еще один аспект. Аспект этот будет довольно непростой. Этот аспект будет нам давать напряженное состояние между Меркурием, планетой очень быстрой, сообразительной, коммуникативной, и Ураном. И, к сожалению, этот аспект будет напряженный. Поэтому, мои хорошие, я понимаю, особенно это касается мужчин и людей, которые часто принимают решения в своей жизни, а также работают на руководящих позициях. Сейчас, мои хорошие, держите свои эмоции под контролем. Сейчас что-то может пойти не так, и то, что вам казалось бы, вам кажется, что вы ничего особенного не сказали, а это может привести к очень большим несостыковкам и конфликтам. Поэтому свой воинственный Марс, пожалуйста, контролируйте. Иначе это может привести к неоправданным рискам. Кроме этого, пожалуйста, на этой неделе, если есть такая возможность, никаких поездок и особенно никаких полетов. Меркурий сейчас у нас находится в воздушном знаке, в Водолее, в квадратуре к Урану. Поэтому все, что связано с высокими технологиями, все, что связано с самолетами, а также электричеством, непредсказуемостями и любыми вещами, которые связаны вообще с газом и вообще с газообразным состоянием, сейчас может выйти из-под контроля. Ну, например, это может быть взрыв какого-нибудь газового оборудования или выйти из-под контроля какие-то приборы, в том числе бортовой компьютер, например, на самолете. Или могут быть неправильные, ошибочные решения, принятые либо самой машиной, либо человеком на основании тех данных, которые он получает, электронных данных. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. Желательно на этой неделе никаких поездок. Очень травмоопасно. Но ведь не только на судах, заводах и пароходах есть, стоят компьютеры. Если вы за рулем, то ваш автомобиль, современный автомобиль, это тоже то транспортное средство, которое буквально нашпиговано различной электроникой. Поэтому будьте, пожалуйста, аккуратны. Может быть, какие-то несостыковки или просто элементарная вещь, например, заклинила сигнализацию или забыли ключи в машине, а машина раз и встала на охрану, вам придется каким-либо образом вскрывать автомобиль. А также могут отказать сейчас тормоза. Вот такие могут быть непредсказуемости на этой неделе. Будьте, пожалуйста, аккуратны. Кроме этого, на этой неделе будут ситуации, которые потребуют вашего экстренного вмешательства и экстренного принятия каких-либо решений. Будьте хладнокровны, будьте выдержаны и реагируйте молниеносно. Сейчас нужна будет быстрая, стремительная реакция. Варианты. Сейчас я посижу, подумаю, что мне делать, а потом буду действовать, не пройдут. Вы просто не успеете ситуацию взять под контроль. Да и вообще, на этой неделе, на самом деле, ситуация такая. Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему про свои планы. Поэтому мы планируем, конечно же, но всегда рассчитываем на то, что что-то на этой конкретной неделе может пойти не так и выйти из-под контроля. Вот так вот, такая неделя у нас полная непредсказуемости и неожиданности. Но, зная все это, вы будете максимально, насколько возможно, контролировать ситуацию, и все будет в порядке. Отличной вам новой недели. И помните, что есть еще одна вещь, которая точно вас может держать на плаву и поможет. Это творчество. Сейчас, если вы включите свое творчество, неважно, что вы будете делать, вышивать крестиком, не знаю, лепить горшки или писать картины, вот все это поможет вам выпустить негативную энергию. Пойте, танцуйте и творите, и тогда все будет хорошо.